Столы, за ними команды и оживленная дискуссия. Со стороны все это похоже на игру или тренинг. Однако дело куда серьезнее. Все эти люди – лидеры общественного мнения. Предмет дискуссий – будущее Ульяновской области и решение наболевших проблем. А сама площадка именуется стратегической сессией. Это абсолютно новый формат для Ульяновского края. Алексей Юрьевич Русских организовал эти сессии в Ульяновской области. Что они дают? Первое – вовлеченность населения в формирование так называемой народной стратегии развития Ульяновской области. Формат дискуссии позволяет каждому участнику высказаться, предложить собственные идеи и, что самое важное, быть услышанным. Обсуждение касается всех сфер жизнедеятельности – экономика, ЖКХ, медицина, образование, культура. Каждая идея проходит через так называемые фильтры реалистичности и критики. Лучшие народные проекты рассмотрит глава региона Алексей Русских. Сегодня свой вклад в формирование народной стратегии вносят жители Николаевского района. Каждый из участников радеет за свой населенный пункт. Конфликтов не возникает, споров так каковых нет, потому что мы, значит, жители одного муниципального образования, и у всех складывается обоюдное, наверное, решение, одни и те же проблемы. Демография и отток молодежи из сельской местности – вот одни из острых и главных вопросов. Решение проблемы – это, скорее всего, даже не скорее всего, а это увеличение рабочих мест, чтобы молодежь не уезжала в другое место для заработков, а оставалась здесь, на своем месте. И, естественно, это образование, чтобы здесь были техникумы, колледжи, чтобы молодежь отучилась и пошла потом на работу. Некоторые считают, стоит увеличить финансирование программ для поддержки молодых специалистов. На самом деле у нас сегодня в регионе уже существуют меры поддержки и в части в отрасли сельского хозяйства, и права в системе здравоохранения, образования, культуры. Но мы видим, что порой этих мер либо недостаточно, либо все-таки есть какие-то препятствующие факторы, которые все-таки не в полной мере позволяют реализовать данные проекты. Стратегические сессии пройдут в каждом районе Ульяновской области. Следующий на очереди – Радищевский. Рената Люлова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ из Николаевского района.